В прошлом году певица Слава сделала пластику тела у известного хирурга Тимура Хайдарова, однако несколько дней назад все же заявила, что осталась недовольна новой грудью. По словам артистки, ее смущают большие шрамы и форма бюста. Сегодня ситуацию прокомментировала адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина. Любовь Залмановна, к слову, в прошлом прибегала к услугам Хайдарова и тоже осталась недовольна результатом пластической операции. Представляю интересы таких звезд отечественного шоу-бизнеса, как певица Слава и Любовь Залмановна Успенская. По поводу ситуации, которая сложилась с клиникой Тимура Хайдарова, и сейчас обсуждается в интернете и средствах массовой информации, стоит пояснить, что мои доверительницы действительно остались крайне недовольны теми операциями, которые были произведены в этой клинике. Они высказали обоснованные претензии хирургу. К сожалению, Тимур разместил в своих соцсетях информацию о том, что считает и утверждает, что Любовь Залмановна, певица Слава являются вымогательницами. Это не может не оскорбить. Я должна сказать, что это попадает под состав уголовно наказуемого деяния, клеветы. Мы думаем, как поступить с такой информацией, чтобы наши интересы были удовлетворены. Супруга Тимура Светлана, она является директором клиники, вышла на переговоры и пытается решить данную ситуацию. Мы считаем, что это правильный путь. Посмотрим, что будет дальше. Надеемся, что все урегулируется, сообщила Елена Николаевна. К слову, интересы Тимура Хайдарова будет представлять известный адвокат Александр Добровинский. Сам специалист уже прокомментировал выпады Славы в свой адрес, подчеркнув, что она не выполняла его предписания после пластики. Как доктор могу сказать, работа выполнена была четко, профессионально, качественно. Тут, получается, абсурд, попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна. Очень абсурдно. Что касается швов, мы всегда предупреждаем пациентов, что их заживление зависит, конечно же, и от работы хирурга, и от состояния здоровья пациента, его возраста, вредных привычек, соблюдения ограничений в плане интимной жизни и так далее, подчеркнул 34-летний врач в интервью газете «РУ». За Тимура заступились многие известные персоны, в том числе певец Филипп Киркоров, визажист Гаар Аветисян. Оба являются клиентами Хайдарова и вполне довольны результатами хирургического вмешательства.